Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Приветище! Сегодня мы с тобой построим наш собственный фастфуд. Как ты видишь, я уже расчистил от травы нашу территорию, сделал разметочку для парковки. Теперь осталось построить здание. Начнем. Сперва, конечно же, необходимо уложить пол, ну то есть фундамент. Он у нас будет 3 на 3 квадрата. Вот, фундамент мы уложили. Замечательно. Теперь необходимо возвести стенки. Вот по этим чертежам, которые мы сейчас с тобой видим. Юху! Стеночки мы возвели, поставили спереди два окошка, здесь и здесь, и, естественно, входную проходную дверь. Здание фастфуда готово, осталось только расставить мебель, оборудование и нанять работников. Начнем с расстановки техники. Сперва нам необходимо поставить гриль. Еще нужна фритюрница, как же мы будем делать картошку фри-то? Конечно же, нам еще необходим холодильник, где мы смогли бы хранить мороженое. Покупаем холодос. Сейчас мы с тобой разделим наш фастфуд на две зоны. Вот это у нас рабочая зона, а здесь у нас зона для клиентов. Чтобы это сделать, нам просто-напросто нужно поставить рабочую стойку. Так вот, вот эта вот стойка. Ставим ее. Хопа. Хопа, отлично! Теперь мы можем сюда поставить кассовый аппарат, чтобы обслуживать наших клиентов. Ставим кассовый аппарат. Ну, в принципе, все готово, за исключением того, что нам необходимо сюда еще поставить дверь, чтобы посторонние люди не заходили к нам на кухню. Та-дам! Ну вот, в принципе, и готово. Наш маленький фастфуд можно открывать. Но прежде, конечно же, необходимо нанять персонал. Давай же посмотрим, кого мы можем нанять. Мы можем нанять менеджера, повара, кассира и уборщика. Я думаю, что уборщик нам не помешает, нам также еще нужен кассир и два повара. В принципе, я думаю, что пока что хватит. И к нам уже пришел первый посетитель. Ты только глянь, сколько народу уже прибежало. Блин, кажется, что без менеджера мы здесь не управимся, нам по-любому нужен менеджер. Поэтому мы сейчас его с тобой наймем, он, конечно, очень дорогой, но он будет управлять всем нашим персоналом. Посетители говорят, что очередь очень длинная, и они не хотят ждать. Я думаю, что необходимо поставить еще один кассовый аппарат. А вон наш менеджер стоит на улице, понять не могу, что он там делает, пойдем глянем на него. Ты что, с Альпов спустился? Ты вообще на альпинист похож, какой из тебя менеджер? И вообще, чего ты делаешь на улице? Ты должен управлять персоналом, может, ты пройдешь в здание, там будешь как-то управлять, я не знаю. Ага, понятно. Блин, кассовый аппарат невозможно поставить, пока я не закрою магазин. Значит, нам его необходимо закрыть. Идем сюда, закрываем наш магазинчик. Тьфу ты, магазин, фастфуд! Кстати, нужно дать ему еще название. Назовем его Бэкстофуд. Надеюсь, что теперь мы можем поставить кассовый аппарат. Ну, наконец-то. Нанимаем еще одного кассира. Вот так. И очередь теперь, по идее, должна разделяться на две. Ты глянь, этот менеджер, он там как стоял, так и стоит. Пойдем-ка на него посмотрим, что он там трется на улице. Эй, может, харе уже прохлаждаться, а? Ясно. Короче, с ним разговор не вяжется. Да, очередь-то разделилась, но уменьшаться она как-то не торопится быстрее. Нужно, наверное, нанять еще одного повара. Вот, блин, а повара-то я нанять больше не могу, максимум два. Ва-а-а, беда, 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 ты посмотри, очередь уже на улице начинает скапливаться. Нужно что-то делать, нужно расширять как-то наш с тобой фастфуд. Сейчас мы этим займемся. Блин, блинский повар говорит, что у нас картошка фри закончилась, нужно закупиться. Где у нас картошка? Так, поставочки. Картошечка, давай закупим с тобой, ну не знаю, 5 штук. Покупаем, еще покупаем, еще, еще. Короче, купил 34 карташины. Надеюсь, мне этого пока хватит. Чтобы нам с тобой расширить наш фастфуд, нужно выкупить участок земли. Придется выложить немало деньжат. Ну что поделать, пойдем покупать. Так, вот это нам надо. О, какие странные расценки. Если мы будем покупать вглубь, то это будет дороже. Если мы будем покупать вширь, то это будет дешевле. Ну, тогда давай вширь возьмем. Вот эту территорию купим. Вот эту тоже купим. Ну вот, теперь можно расширяться. Значит так, денег у нас с тобой не очень много. Поэтому покупаем вначале самые дешевые материалы. Пол за 250 берем. Сюда. Ага, ты посмотри-ка.
Я не везде могу построить. Нужно, значит, расчистить территорию сперва. Тогда бульдозер. Бульдозер, иди сюда. Убираем все это бульдозером. Вот так вот. Теперь я могу сюда поставить наш пол. Сюда сразу же прибежал уборщик. Сейчас он тут пол протрет. Ты глянь, у нас денег-то нифига нету. Надо открывать магазин. Беда! Что делать, что делать? Нужно сокращать работников. Сперва мы сократим менеджера, потому что, ну что это такое? Он все стоит на улице и стоит. Нифига не работает. Сокращаем менеджера. Так, менеджер, ты уволен. Все, пока. Ой-ой-ой, как тебя колбасит. О, да ты посмотри, как он обиделся. Ногами топчет, а пол и уходит. Ой-ой-ой, какой ты дерзкий-то, все. Нафиг ты нам не сдался, мы сами справимся. Так, насчет поваров. Повар у меня будет один. Один повар. Блин, шеф-повар говорит, что у нас не хватает гамбургеров. Блин-блинский, нужно их закупить. Закупаем по 10 гамбургеров. Хоп, хоп. А денег больше и нет. 75 баксов осталось. Капец, мы скоро банкротами будем. Ой-ой-ой, как же так-то? И народу ты посмотри, сколько в очереди стоят. Все уже бесятся. Блин, может быть, я все-таки поторопился, что уволил одного этого шеф-повара. Давай-ка попробуем его вернуть, посмотрим. Может, это все-таки ускорит процесс обслуживания клиентов. Ну что, вроде бы все неплохо идет. Очередь у нас потихонечку рассасывается. Но шеф-повара очень сильно дерутся из-за холодильника. Он один, и подлезть к нему довольно сложно. Поэтому предлагаю купить еще один холодильник. Так, где у нас эти холодильники? Холодильники, где же вы? А, во, холодильник. Блин, как же его поставить-то? Может, вот так? Или вот так? А, давай вот так вот. Воткнем его. Во, нормально. Я думаю, что все будет хорошо. Открываем фастфуд. Блин, яблоки закончились. Надо яблок заказать. Заказываем. Ну, 5 штук давай закажем. Во. Слушай, я что-то подумал. Тут уборщик скучает. Ну, прям конкретно скучает. Ему делать нечего. Он просто гуляет себе здесь по фастфуду. Может, мы его с тобой уволим? Че он зря у нас деньги-то тратит? Давай его увольняем. Так, извини, дружище, но ты уволен. Пока работ нет. Все, давай, пока. А теперь знаешь что, мы вот сейчас с тобой снесем, купим бульдозер, вот этот бульдозер, и снесем вот эти вот стеночки. Вот так. Сделаем расширение, денег у нас пока что хватает. Покупаем стеночки. Ну, как бы денег больше у меня нету, достроить здание я не могу, ждем зарплаты. Пока торгуем фастфудом так. Помнишь, мы с тобой фастфуд назвали Бэкстафуд? Как бы я думал, здесь будет написано Бэкстафуд, вывеска какая-нибудь красивая, да? Разбежался, размечтал. Вот такую деревяшечку воткнули, здесь написали Бэкстафуд. Пипец. Ну это прям совсем по-нищебродски. Нужно эту табличку как-то отсюда убрать. Приду ночью с топором и вырублю ее нафиг. Я тут немножечко подумал и решил расширить нашу стоечку. Сейчас смотри, как я сделаю. Сперва мы поставим здесь стеночку с окном. Вот так. Теперь нашу стоечку продлеваем. И здесь вот так вот закрываем. Во! Ну почему ты бежишь к тому холодильнику, если я тебе поставил сюда холодильник? Какого лешего ты побежал через весь фастфуд туда? О май гад! Как с ними работать? Короче, я еще подумал и пришел к выводу, что нужно сделать перестановку. Сейчас мы тут немножко вот это дело. Я переставлю временно сюда. Поваров смещу сюда. Здесь поставлю стеночку вот такую вот. Вот эти вот стеночки, я сейчас все это нафиг снесу. Сюда поставим дверь. А вот эта вот площадочка у нас будет для гостей. Здесь мы поставим мебель, где они смогут на улице сесть, спокойненько покушать. Ну, вот такие вот штуки. Один сюда, другой вот сюда. Во! Вот так вот получается. Вроде бы неплохо. О, ты глянь, она уже сидит, кушает. Правда, она наполовину вошла в стол. Наверное, не очень удобно. Но главное, что они теперь здесь сидят и кушают. Это очень круто. Вон чувак говорит, еда здесь очень крутая. Ну, слава богу, угодил.
Ты только глянь, девочка ушла, поднос оставила. Придется убирать еще за ней. Так, убираем. И мужик тоже свалил, не убрал за собой. А-та-та, ты посмотри на них. Ладно, за мужиком тоже уберу. Придется нанимать уборщика теперь. Думаю, что здесь нужно чего-нибудь еще добавить. Например... О, дерево, дерево, точно. Вот это вот дерево мы поставим вот сюда. Во, все поприличнее уже стало. Думаю, что на сегодня строительство фастфуда нам хватит. Если тебе понравилось, то не забываем писать комментарии, ставить лайки под видео и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем удачки, пока и до нового видосика.